Здравствуйте, можно узнать, пришел ли наш груз? Номер отслеживания или накладную, скажите. У меня нет номера накладной под рукой. Хорошо, фамилия, имя, отчество. Рапай Алена Сергеевна. Еще раз повторите, пожалуйста. Рапай Алена Сергеевна. Ракай. Рапай. Рафай. Рапай. Роман Анатолий Павел Алексей Ёшкар-Ола. Рапай. А, два Павла получается. Нет, Павел один. Рапай. А, два Алексея перед Ёшкар-Олой. Девушка, нет, каждый мужчина по одному и в конце город. Рапай! А, Рапай! Да, Рапай! Просто Рапай! Давайте посмотрим ваше отправление. Алло! Транспортная компания, везем, привезем, вывезем, Анжела. Найдите мне мой груз. Номер отправления или... По фамилии! Фамилия, имя, отчество. Рапай! Ра что? Пойду накладную лучше. Алло. Ну что опять? Все как обычно. Он опять получил зарплату. Ни хрена не принесли домой. Купил нахрена там мне какие-то цветы, какие-то продукты, которые мы не покупаем сроду. Я не знаю. У меня вообще все идеально в этом плане. Он сам мне приносит деньги домой, зарплаты. Знаешь, я тебе скажу, счастливый и свободный человек. Ай. Что? Дай 40 рублей на проезд. Я вчера тебе давала 80. А куда ты их дел? Ногу вчера нашоркал, мозольку. Купил лейкопластырь. Неси кошелек. Подожди секунду. Долбал уже, держи. Чтоб без мозолей, давай уже сегодня, ладно? Алло. Зай. Что еще-то? У нас там у Михалыча юбилей, мы по 350 скидываемся. Денег нет у нас, так и скажи. Как нету? Я ж вчера запуху получил. Забудь про нее! На чем там я остановилась? Счастливый человек. А вот я и говорю, зарплату у него заберешь, он себя человеком почувствует, понимаешь? Забери деньги. Не волнуйся. Да не волнуйся ты. Заберу квартира какая-нибудь не такая. Здравствуйте, а мы квартирку посмотреть? Ну разувайтесь. Че, прям здесь? Нету себя в Челябинске. Ну, так скажем, вот мои апартаменты. Все очень дорогое, лакшери, естественно, все делали вместе же для себя. Миленькая. Курите? Нет. Хорошо, а то предыдущие жильцы курили, больше не курят. Хорошие люди, блин. Ой, знаете, мне так все нравится, мы, наверное, возьмем, да? А вы не могли бы нас на секундочку оставить? Ты что, с ума сошла? Твила какая она шизанутая. Ну что, я на вокзале спать больше не буду. Мы берем. Эти цены на парковку в Москве, я в шоке. Да, опять пришлось на газоне Саш, прорваться. Ты что, забыл свет выключить? Я выключал. Да, конечно, а этот дух, да, его включили? Tamam, tamam. Vor der Tür stehen rund 1000. Вообще-то это наша еда. Холодильник чей? Ваш. Значит, еда моя. Уволи. Здравствуйте. Добрый день. Я как бы тут это на ресничке записано. Может быть чай, кофе? Какой чай, кофе? Я вообще сейчас в Москве живу. Тут все со стаканчиками своими ходят. Я купила. Хорошо, ладно. Девушка. Все, мы закончили. Ого, так красиво. С вас 2,5. Как 2,5? У нас профессиональная студия, цена по прайсу. А что, почему-то моя соседка делает за 500, ничего, 2,5. Охренеть просто. Не такие уж они красивые, знаешь, 2,5. Алло, Машка, привет. Слушай, ты эти ресницы-то лепишь, да? Ну да, и чё? Когда у тебя свободно, скажи? У меня всегда все свободно. Супер, слушай, я сейчас туда подскочу, сделаем? Легко. Отлично, бегу. 3, 4. Вот тебе 500 рублей. Дура, тра-ла-ла. Мы когда-нибудь перестанем смотреть «Орел и Решка»? Может быть, мы все-таки куда-нибудь поедем, а уже? Короче, если сейчас отгадываешь мои загадки... Едем в отпуск. Это страна лидер по производству марихуаны. Амстердам. Символом любви в этой стране является не сердце, а печень. Ты что, меня решил в Челябинск отвезти? Траурным цветом этой страны является белый. Сенсейшн. Мы едем в сенсейшн. Ты больная. Это не страна, а вообще-то фестиваль. Видимо, мы никуда не едем. Что за страна-то хоть? Ну, Марокко же. То есть, понятно, да? Ты не мог мне сказать, откуда родом Жади? Какая Жади? Ты не знаешь, что такое Жади? Нет. Ты не знаешь, что такое Лукас? Не знаю я никакого Лука. Ты что, не смотрел «Клон»? Нет. Неужели за все это время мы были настолько друг другу чужими, что даже ни разу не обсудили сериал «Клон»?
Что за мужики вообще пошли? Девочки, если ваш тигреночек вчера напробовался адлерского вина и чатчи, как мой, а сегодня ему на собеседование 5 часов, а он вот такой вот отекший, у меня есть рецепт. Саша, блин. Знаете, девочки, это тот случай, когда ему не помогает маска. Мне вот помогает, а ему ни патчи, ни маски, да? Напробовался вчера чачи. Ну, вы думаете, я в тупике? Он думает, что я в тупике. Но это не так. Вот выход, патч на все лицо. Только он, наверное, поможет от твоих пропоек. Я что-то не поняла, а что мы сегодня за праздник опять что пьем-то? Пятница же. Ладно, понятно. Слушай, ты маски мои не видел? Не видел. Да уж, никогда бы не подумал, что буду у жены маски тырить. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами корреспондент Катя Самцова. Напрямую мы ведем репортаж из Подмосковья. Мы делаем опрос у жителей по поводу наследственности. Скажите, пожалуйста, играет ли какую-то роль наследственность в вашей жизни? Страдают ли ваши дети от наследственности? Пожалуйста, дайте два слова телевидению. Наследственность это... Мы все люди индивидуальны. Какую наследственность вы придумали? Я – это я. Вы – это вы, понимаете? Мы все индивидуумы. У нас ничего ни у кого не наследуется, не повторяется. Ну то, что у меня бабушка моя заикалась немножко, это же ничего не может означать, понимаете? Никто в это, главное, не верит. А вы, понимаете, какую-то ерунду собираете? Папа, мы когда домой пойдем уже? Сейчас пойдем! Ерунду! Собирайте и говорите, что наследственность. Какая может быть наследственность? Так что заберите свой микрофон и не придумывайте тут здесь. Пойдем, доченька, пойдем. Я что-то под машину попала. Ну как попала? Не попала, я как бы в салон убежала. Ну, Москва же, понимаете? Он меня чуть не задавил, моральный ущерб, надо стрясти все дела. Поможете? Номер машины помните? Не-а. ДТП оформили? Нет. Вы вообще хоть куда-нибудь обращались? Ну да, я маме позвонила. Учитывая все, что вы сказали, это будет стоить вот столько. Это что, номер телефон, что ли? Москвичи совсем охренели уже просто, держат такие деньги. Сама себя в суде представлю, блин. Может, не надо в суд такие яркие губы? В смысле не надо? Пускай ярко будут видны им, откуда я буду им говорить правильную речь, чтобы побольше бабок стрясти. Слушай, это... Ты говорил, что тебе кредит, да, одобрили? Ну, одобрили, а зачем? Да чё, мы должны в итоге им оказались ещё! Дура! Это всё из-за тебя. Ты что, не мог мне сказать, чтобы я губы другим цветом сегодня накрасила, а? Делать-то, блин, а? Я не понял, а чё это у нас за башни в доме? Ну, Динарку помнишь с моего класса? Она такая симпатичная, светленькая. Она же с нашего Челябинска во Францию переехала, понимаешь ли? Привезла мне, говорит, на, вот тебе подарки. И сейчас она вон, она все показывает, рассказывает, интересная такая. А ты мне когда башню Эйфелевую покажешь, а? Ты мне сколько обещал? До свадьбы еще обещал. Я тебе Эйфелевую башню покажу. Где она? Ну, собирайся, поехали. Куда поехали? Ну, башню твою смотреть. Эйфелеву, как у Динарки? Мужик сказал, мужик сделал. Подожди, хоть коклюшки сниму. А загранника-то нет, ничего у меня же нету. Эйфелеву как покажут? Да не нужен никакой загранник, я договорился. Только есть условие одно. Какое? Глаза завяжем, сюрприз же. Это что? Башня. Какая нахрен башня? Это Челябинск. Тогда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Опять счета. Что это? Это же браслет желаний. Напишите вашу мечту во всех красках и деталях и сохраните его в надежном месте. Волосы погуще хочу, три пера надоели эти. Мужики что писали, каждый день все разные. Шубу хочу, две. Нет, пять шуб хочу. Билеты хочу, плюс 30 хочу. О, тут точно нет.